От обиды поджег автомобиль. Таким образом, житель Мурома отомстил владельцу Audi A4. По версии полиции, хозяин ВАЗ-2109 вместе с приятелем стали виновниками ДТП. Их автомобиль заглох, и в попытке откатить девятку вручную стукнули припаркованную около дома Audi. Владелец иномарки расстаться полюбовно с горе-водителем не захотел и вызвал сотрудников госавтоинспекции. Через несколько часов виновник ДТП вернулся и в отместку за вызов инспекторов поджег капот Audi. За такую месть мужчина может лишиться свободы на срок до 5 лет. Наживалась на друзьях. В Юрьев-Польском районе женщина полгода обманывала близких знакомых. За это время она заработала на махинациях более 7 миллионов рублей. Женщина трижды уговаривала своих знакомых стать поручителями при получении суды на 3 миллиона. Кроме этого, убедила подругу оформить автокредит на покупку Митсубиси за 1,5 миллиона рублей. И в довесок взяла у знакомых в долг более 2 миллионов. После всех махинаций женщина скрылась. Когда к обманутым в дверь постучались кредиторы, те вызвали полицию. Подозреваемая объявлена в розыск. Путепровод в яму, возможно, все же отремонтируют, но в следующем году. Депутаты горсовета на комитете распределяли бюджет. На будущий год на ремонт путепровода из местного бюджета запланировано 16,5 миллиона рублей. Правда, своими средствами город не обойдется. Владимир надеется на поддержку из регионального бюджета. Полный ремонт путепровода на Нижней Дуброве обойдется в 70 миллионов. Дан старт досрочному голосованию на дополнительных выборах депутата облпарламента. Избирателям предстоит выбрать депутата, который займет в облпарламенте место Сергея Курышева, который сейчас отбывает наказание в колонии. Напомню, его признали виновным в ДТП, в результате которого погиб человек. Выборы пройдут по одномандатному избирательному округу 20 декабря в Ковровском, Гороховецком и части Везняковского района. Проголосовать досрочно могут избиратели, которые на свой участок в день выборов прийти не смогут по уважительным причинам, будь то отпуск или командировка. Всю информацию об избирательных участках и режимах их работы можно узнать на сайте владимиризбирком.ру. Владимирские спасатели отправят новогодние подарки детям Донбасса. Автомобиль с грузом почти 1,5 тонны отправился в Ногинск, где примет участие в гуманитарной колонии. Большая часть груза – новогодние подарки детям, их более 2000. Кроме того, детям Донбасса отправили сахарное печенье «Владимирская сказка» и имбирные пряники. Собирали подарки вместе с сотрудниками МЧС, представители администрации города и области, а также органов соцзащиты.